Alhamdulillah, الذي خلق فقدر وأحسن تقديره والصلاة والسلام على عبده ورسوله والذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وأنصروه ونصروه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün doğrultu yurtlar etip her paysasının takdirinde bir görüşü ol yazmışıdır. Kırk'a bir tuşu Allah Rabbimizle hamd-i sana her mahta uluğularımız bu sayede. Alemlerle rahmeti terkündürülmüş, dünya fedek bahtemizle sebepçi olan Allah'ın hakkı ilkesi, gönlünde sefiyanlarımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hayır dua selamlarımız, ümmeti diyen kumilerimizden, doktor sallallahu şerifelerimiz de bu sayede. Dahi de Allah'ın verdiğine Habibinin haklarına iman getirip yeryüzünün mağrib meşriklerine iman İslam'ların yaratığı Allah'ın hak dininin asrının anlatığı anlatılan Ehl-i Beyt'e hem sahabe-i kiramlarına kula yok kıyamet gününe kadar kadar bütün izgilikte yerine unutulan bendelerine de bu sayıdı. Allah'dan başka mağrib bir hak yok. Yalnız üzerine ilk edinke bu vakitli birem cümlemizge Allah Rabbül Aziz'e imanımızın haklığın amelde de başarıla nasip eyleseydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkı ilçesi süger bendesi ilk edinke bu vakitli birem cümlemizge ümmeti bulup yaşamlarımızın ümmeti bulup amel itibilerimizin sünneti seviyesinde yerimlerimizin ehli sünneti ve cemaat bulup yaşamlarımızın hem iman bilen dünyada ütülerimizde Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti bulup kıyamet gününde de kubarlılarımızla Allah'ın rahmetine Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine görüşürlerimizle nasip ve müyesser kılsaydı. Sizlerimiz yansak bulan Allah'ın mizanında bu çevrede olup olan bu mübarek şehadet kelimeleri birleşip eğitik bilgilerimizle tekrar bilmeyenlerimizle inşallah ilerli bulur. Потому что, ну, произойдет только в пятницу, в джума.
Но до следующей пятницы срок есть. Весь мир кипит. И в особенности святых землях на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке сколько было, в Ливии, в Венесуэле, где только. И не только война, не только кровь, не только слезы. Еще хлеще международные законы попираются под ноги. Договора между государствами, смотрите, что делают. Америки и другие. Чтобы сдерживать оружие, сколько договоров было. Хотя бы письменно. И это все в году под хвост. А что люди, которые трудятся в поле, на заводе, рожают детей, радуются внукам. Зачем? Только 75 лет тому назад почти что 27 миллионов наших соотечественников, наших отцов и дедов погибли, отдали свои жизни, чтобы защитить от фашистской Германии. Рожать детей для войны, что ли? Для этого разве мы создали? Для чего создали? А? Не знаете? Зачем мы в этом мире? Кушать и какать? Это тоже автоматически. Когда Адам Алексея создал, значит, первый вдох и выдох, чихнул и произнес, что «Альхамдулилля». Слава Аллаху, слава Богу. И Аллах тогда сказал, «Оли зарика харату, вот для этого я тебе создал». Вот это и есть, для чего мы созданы. Не кровь проливать, не убивать, не жрать друг друга, а быть благодарными Богу и жить в мире и согласии. Как Адам алейхиссалям, когда приветствовал ангелов, и они ответили ему, «Ва алейхиссалям, ва рахматуллах, Аллах, это есть приветствие твое, твоих детей и внуков до судного дня, до йома кьяма». Зачем известно шукр, благодарность Всевышнему, и как жить в мире и согласии? Больше ничего. Все остальное от шайтана, от его наускивания. А дальше, в следующей пятнице, что будет? Не знаю. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, Джабраилу, алейхиссалям, ответил. Как-то Джабраил, алейхиссалям, в виде человека, незнакомого, изумительным видом пришел и среди сподвижников сел, колени к колени пророка Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, представил и спрашивал, что такое ислам, что такое вера, что такое ихсан, и когда будет конец света, кьямат. На все пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, а когда спросил Джабраил, алейхиссалям, а когда же кьямат будет, когда этот мир закончится, конец света, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, спрашиваемый не знает об этом больше, чем спрашивающий. То есть, ни ты не знаешь, ни я не знаю. А кто знает? Аллах, субхану тааля, сам знает. Но Расул Акрам, саллиллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, когда не будет кьямата. Когда будет, не знаю, но не будет до тех пор, пока пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, пока в этом мире есть хотя бы один человек, который говорит Аллах, 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 Господи, Бог мой, Господи, Бог мой, пока хотя бы один человек из миллиардов миллиардов, ни намаз пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ни сиям, ни ураза, ни другие не сказал, со всеми грехами прочими, помнит Бога и говорит «Аллах, Аллах, Аллах». Пока он это говорит, самые последние уже, все остальные зверей превратились в обезьян, в волков, в хищников друг друга едят, друг друга режут, убивают. Хотя бы один остался, кьямата не будет, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Вот поэтому и пришли сюда, чтобы не превратиться в таких зверей.
чтобы сохранить свое достоинство и честь. Да. Поэтому и стоим, поэтому и наклоняемся. Это положение, как называется по-русски, вы знаете. И в такое положение стоим. Не боимся, что шайтан подойдет сзади, потому что вокруг нас ангелы и свои братья. Но тысячи и тысячи миллионов, которые еще не знают этого или не понимают, гоняются. Это надо, да, надо все, и детей прокормить, и одеться, и обуться, и чтобы и дождь, и снег. Там, где ты спишь, не было. Но вспомнить и помнить лучше всю жизнь, что есть Создатель, и мы его, кто? Рабы, рабы Божьи. Такие рабы, которые всю жизнь руководят. Все, что заработали, себе. Все, что делаешь, себе. А Всевышний вам особат. Не пустой. Не нуждается. Ни в твоих подачках, ни в твоем труде, ни в том, что ты заработал. Да, закят есть. Да, садака очень изумительна. Даже от огня может сохранить твоя садака. Но даешь его Аллаху через кого? Через тех, кто нуждается. Аллах тебе дает здоровье, да, вот теперь тебя не червяком, а человеком, не обезьяной, а сам слепил твоего отца Адама, алейхиссалям. И через них оно доходит до Всевышнего. Он ассамиру басвир. И видящий, и слышащий. Только ты задумал совершить доброе дело, Аллах Субхану ва Тааля, еще до того, как ты задумал, когда пришли тебе на ум, Аллах Субхану ва Тааля это уже давно знает. И поэтому Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ма мин ахадин илля ва лаху манзила». Нет в этом мире никого, каждому, который бы остался без ничего, каждому из вас приготовлено два огромных дворца, коттеджи в раю, один из них в раю, а другой не коттедж, в джаханнаме, в огне, каждому из вас, независимо какой нации, какой цвет кожи, как тебя зовут, в этот мир человеком родился, высшим творением Создателя, который даже выше, чем ангелы перед Всевышним, который имеет свое право выбора еще к тому же, и сам по своему желанию не цепляется за этот мир, знает, куда он вернется. Не помнит, как в чреве матери 9 месяцев было. Этот мир удивительный, но в этом мире он праведным сыном или праведной дочерью своего отца и матери и рабом Божьим хочет прожить. И каждому из вас, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, два места. Изумительнейший дворец, шикарнее и даже чем творцы всех королей мира. И еще место в аду. Выбирайте сами. И каждая ваша молитва, каждая ваша садака, каждый ваш праведный труд, даже домой, заработали, принесли, килограмм картошки приносишь, ангелы записывают 10. Они не очковтиратели, потому что Всевышний – это садака, которую тратишь на семью, считается то же самое, что ты подал пожертвование бедному или на строительство мечети или храма Божьего. И каждое это деяние, добродеяние, отодвигает Йома Тхьяма. Пока вот у нас в Башкортостане 16 мечетей было 40 лет тому назад. Сейчас
пищи пути. В стране, во всем Советском Союзе было 340, сейчас 7,5 тысяч. Каждый миновит, каждый твой деяние, добродеяние, или садака, или помощь кому-то, или даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, садака, это не обязательно. Тикимики. Ватарассуму кафи ваджхи ахика садака. И улыбка твоя, идущему напротив тебе, навстречу чем тебе, твоего брата. Он не сказал брата в вере, в Испании или родственника. По Адаму, твой брат, твоя сестра, и даже улыбка твоя, когда он тебе или ты к нему идешь навстречу по дороге дождя, садака, даже улыбка садака. Ангелы записывают 10 раз. Он улыбнулся. Значит, у него ни кирпича, ни намерения. Он пройдет мимо меня, развернусь, дам ему по голове и на руку шапку свистнул. Мне опять на несколько бутылок хватит. Как не думает, раз улыбнулся. Это тоже садаха. Всему этому кто нас учит? Кто-то сегодняшнего дня учит нас. Забыли? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Целый месяц мы отмечали его день рождения, месяц рождения. Как мы можем забыть? И сейчас помним. И не забудем, иншаллах. Но чтобы и наши дети помнили. Когда эти слова, это детей своих, того, когда вы идете, не надо плагиатом заниматься. Я тебе так говорю, так и тебе нет. Когда хочешь, говоришь, Аллах так сказал. Его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так учил сыну мой, дочку моя, внуки мои. Так доводите, когда кому-то другому говоришь, призываешь добро или пытаешься удержать от зла, тоже говорит, это не мои слова. Я вот слышал, вот читал, вот про Аллах так сказал, Субханалла Та'ала, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так сказал. Поэтому и Маулид Шариф у нас. Кто-то бид'ат говорит, а на самом деле для нас, что это курсы повышения квалификации. Чтобы не забыть еще каждую пятницу и каждый день. «Анна ба'абди мадаки ради», говорит пророк Аллаху Субхану ва Тааля в хадисе Куддуси. «Я с рабом моим рядом, пока он меня помнит. Тахарракат би шафатах, и вспоминает меня, пока его губы шевелятся». Вот тебе зарядка, чтобы жить, чтобы здоровье было. Шевели! И губами, и руками, и ногами. Живи и трудись. Помни Всевышнего, будь благодарным Ему и живи верно. И каждый день, чтобы тебе и всем окружающим был только твоя, была, чтобы твоя жизнь благодатью. Расул Акрам, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о жизни человека. В молодости как? Если он совершает добрые дела, ему не записывается, у него еще трудовая книжка не открыта до совершеннолетия. Отцу матери записывается. Совершеннолетие достиг, ему записывается. Отцу матери тоже. 40 достиг, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если он верит во Всевышнего, идет по праведному пути, старается быть праведным, благочестивым. Аллах дает два больших ордена дает. Один, неожиданной смерти не будет, инфаркт, инсульт не будет, кирпичная голова не упадет после этого. Ну, в 40 лет уже и сам он осторожный, но не упадет. Неожиданной никакой болезни ему не будет, и зараза к нему не пристанет. Говорит Расул Акрам, саллаллаху алейхи ва саллям, второй орден. 50 лет дожил, до 50, уверовавшим во Всевышнего, на праведном пути, Аллах Таля говорит Джабраилу, алейхиссалям,
Это связное между Аллахом Субхану ва Тааля и между посланниками Божьими. Все священные писания и книги, Таура, Забур, Инджиль и другие, все от Аллаха Субхану ва Тааля передавались через Джабраиля алейхиссалям. Аллах Тааля уже, последний пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушел из этого мира. Вернулся в мир вечности. Аллах Тааля его зовет к себе и говорит: этого я люблю, он до 50 дожил. Он не бомж, не манкурт, верит в меня, старается достичь моего довольства, я его полюбил. Он меня любит. Это доведи до сердца всех, которые есть в этом мире, чтобы они его тоже любили. Если он, этот человек, террорист, экстремист, или вот так нос, как у фараона, задрал, и никого, кроме себя и своего кармана или своей бутылки, никого не видит, может тогда Субхану Тааля Джибрилю алейхиссалям это слово сказать. Соображаем. Если 60 лет до этого на праведном пути достигнет, то Аллах Субхану Тааля скажет, уверовавшим на праведном пути. Не так, чтобы вот сейчас пенсию, чтобы достичь туда, да, туда, туда, туда. Нет, Аллах не забыл на праведном пути. Аллах кормит. Ну, сейчас 65. Тогда Аллах Субхану Тааля скажет: я его люблю, все, кто вокруг него любит, это не паразит, не нахал, не нахлебник. Аллах Тааля скажет: и пусть все ангелы на небесах полюбят его. Там еще дальше есть, уже 80 достигнет, так все грехи списываются, все, которые мы. Если в таком состоянии мы верующим во Всевышнего и на праведном пути, все грехи, которые были, списываются, даже если на хадж не ездил, выдержал этот мир, шайтан от себя отгонял. Если так не можешь, то на намаз не можешь, то читать. Азан говорит, когда азан произносится, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, шайтан так бежит, как реактивный самолет, сзади только этот, пук-пук. Тоже метод, чтобы шайтана не было. Если без воздуха хочешь, то тогда бери круговая оборона. Ни иблис, ни шайтанчик, ни тут к тебе подойти не может, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. 90 достигнет. Он называется тогда асируллахи фи арди, пленником Аллаха на земле. Как это пленник? Ну, пленник, предварительный следствие может быть, там задержать, там месяц на два. А пленник вообще пока не выкупит. А как баба или бабушка твоя может быть пленником на земле? Пленника по шариату должен кормить тем, что сам кушаешь. Одевать в то, что сам кушаешь. А не так, как показывают по телевизору в Сирии. Взяли и ножами будут их. Это свое злодеяние превосходит даже шайтана. Пленник так, сам что кушаешь, это этим же его кормишь, что одеваешь, тоже ему одевай. То есть пока не надоест своим детям, своим внукам, Аллах Тааля его еще держит. А потом сто лет достигнет, это у нас называется юз, юз. А юз это плыви дальше. Вас кто-то живет, еще зубы другие вырастут. И волосы почернее. Одежда всех осталась белой. Аминь, аминь, аминь. Всему этому учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому и пока мы не надоедим друг другу, если так надоешь, что уже начинаем ненавидеть друг друга, потом уже доходит, как Кабиль и Хабиль, до уничтожения друг друга, ибо до пожирания, вот тогда кьяна. Нечего делать в этом мире, тогда Аллах Тааля весь мир уничтожает и хисаб отчет делает. А мы что ли мучить? Знаем, что будет, но дай Аллах, чтобы не при нашей жизни, не при нашей жизни, не при жизни наших детей и внуков. Вот. Притворение в жизнь этой великой миссии.
эти недели, на эти недели в Уфе собрались делегации из всего исламского мира. Из арабских стран, мусульманских стран, и Саудовской Аравии, Бахрейна, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Египта, Сирии и других. 57 мусульманских стран входят в организацию исламской конференции, и наша страна Россия, Алхамдулиллах, тоже член-наблюдатель. Не просто наблюдатель, уже в Сирии нормально действует, устанавливает порядок. По их просьбе. А сосед даже не должен просить. Если у него пожар, весь порядок, помочь ему, даже мужу с женой не добраться, если даже без приглашения приходит. Проходило 5-е заседание организации стратегической группы России и Исламский мир. Это уже 5-е заседание. И в Казани было, и в Грозном было, в других местах. Вот сейчас в Уфе, алхамдулиллах, Султан Нургалиевич Миниханов, Ради Фаритович Абиров возглавляли, алхамдулиллах, одновременно проходила экономическая конференция, предприниматели, бизнесмены из этих стран обсуждали вопросы того, как сделать и что нужно сделать, чтобы Россия и исламский мир были друзьями. Мы рядом. Америка далеко. Мы рядом. Как было в веках, чтобы и дальше в мире и согласии в добром сотрудничестве. Обсуждались ли проблемы экономические, инвестиции и прочие, не только это. Сбербанк проводил то, чтобы шариатские принципы в финансовой системе нашей страны были. Вот мы учреждаем и фонд «Закят», и халяльные продукции производить в нашей стране, и в эти страны посылать, но чтобы и у нас тоже в финансовых делах, в банках, не процентами, когда кредиты дают, а по шариату. По шариату как? Если дается, то они партнеры. И в прибыли, и если убыток, тоже вместе участвуют. А то берут кредит, и сразу Мерседес, еще не только 4 жены, еще плюс 40 любовниц, а потом кризис, банкрот, куда текать? Есть хорошие места и в Сибири, но нет, в Лондон или еще куда-нибудь, но это крах. Вот чтобы этого не было, алхамдулиллах, сотрудничество нашей страны с арабским миром, с исламским миром, алхамдулиллах, открывает пути вот такого доброго сотрудничества. Алхамдулиллах. Вот это и есть. Жить в мире и согласии, познавать друг друга и жить как братья, беря друг у друга добрый пример. Этому учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и священный Куран Карим, Аллаху субхана ва тааля. Расулу акрам саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Алам нашрах лика садрака ва вадана анка визрак». Разве мы тебе грудь не открыли? Сердце мы не открыли? И то, что тебя тяготело, то, что тебе было тяжело, разве мы не взяли? «Алам нашрах лика садрака ва вадана анка визрак». И грехи у тебя были, взяли. Да не было Расула акрам саллаллаху алейхи ва саллям грехи. Если бы как обычный человек был, то тогда да. Но даже до того, как стать посланник Всевышний, Аллах Субхану ва тааля, пока его не избрал, у него и тогда даже грехов не было. Однажды пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пас овец своего дяди Абу Талиба. Там музыка играет, молодежь собралась. Когда еще? 1400 с лишним лет тому назад. Это не только сейчас, вот часто в Украине уже тоже ночные клубы открывают, халяльные. И соревнования по игре дурачка в карты открывают. Тогда, оказывается, тоже было. До того, как Куран Карим Аллах Субхану ва тааля начал не спасать пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям несколько шагов направления сделал, а потом проснулся. Не дошел, 2 шага, там уже заснул Аллах Субхану ва тааля и там же сохранял. И поэтому Аллах Субхану ва тааля говорит, даже если бы у тебя и грехи были, мы бы, несомненно, всех их
простили тебе. Аллади анкада захрака. И тот груз, который был у тебя на спине, мы не убрали, не варафа'на лака дикрак. И имя твое, упоминание твое, разве мы не подняли? Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Подлинно. С каждой бедой, с каждой динамичностью, происшествиями и кризисами, несомненно, помощь Всевышнего есть, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Инна ма'ал усри юсра. Подлинно. С каждой бедой, с каждой напастью, несомненно, есть и помощь Всевышнего, и облегчение. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ. И когда ты от этих забот освободишься, пройдут эти беды и невзгоды, испытания жизни, то ты, إِذَا رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ. Встань. Благодарность Всевышнему молитву сотворить. وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ. И всю жизнь стремись к милости Всевышнего. И Расул Акрам, саллаллаху алейхи ва саллям, так жил очень короткую жизнь, всего 63 года, но сделал для человечества все, что мог. И последние слова говорили: «Уммати, уммати, уммати, о Всевышний, кто следует за мной, их подари мне, и я не буду доволен, пока самый последний из них не войдет в рай». Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар. Айза башару разбатил Ибн Табис. Хабибу саллаллаху алейхи ва саллям чирку мэрсу бишу лэн насиху. Дунья машакатэр арасында да Раббулус Аллаху нагрут бишу. Аллах Раббул Айза дунья ахират саадатына ишу лэрэзу насиху лэ сайина. Ебин мэнэту лэшатим дикру рашру атрыштан. Yetekçilerimizle, hocalarımızla Allah-u Teala her hayırlı iz güçlerinde kuvvet hamiyetlerinden nasip eylesin. Ve akulü kavli hadi ve estağfirullah li ve lekum ve li sairi cemaatin muslimin. İnnehu huve gafur rahim el cevvedü kerim selamun aleyküm. Elhamdülillahi nehmadu ve nestaînu ve nestağfirullah ve nevazu billahi min şerûri enfusina ve min seyyiâti amelina. Ve yehdihillahu felemen tehlelâhu ve yudhil fela hediyelâ. Ve eşhedü ve la ilâhe وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واهد من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون. أقيموا الصلاة.